На сцене моя самая любимая артистка, замечательная, неповторимая, обворожительная Елена Степаненко. Расскажу я вам, люди-граждане, как я закончила училище монтажное, и началась жизнь моя с 31 рубля. И я ждала, когда счастливой стану я, сказал Хрущев. Надо еще совсем немного потрубить, и в коммунизме будем жить. Я, блин, пахала как могла, но кукурузу перешла. Но вся эта кутерьма Кузькиной матери пошла. Потом пришел наш звездонос, всех целовал в засос и полный бред в трибуну нес. И я, как все, тогда поехала на БАМ, и рельсы там мне засветили по зубам. А Горбачев сказал: вы че? А ну-ка, мышление свое все перестроим горячо. И перестроил нас всех он с водки на одеколон. А я пила, ведь я гнала. Погнал, потом игнул он и упал, и наступил. И наступил в стране развал. Я продала, что нажила, носки махровые, ковер, почетный грамот, весь набор. Купила клетчатый баул и почесала я в Стамбул. Так я стала челноком, женщиной-грузовиком. Хребет болел, глаз окосел, но заработала. Вложила в МММ, ждала процентов от Мавроди долгая. В итоге я не получила ничего. Я 42 дня на 43-й собралась и в малый бизнес подалась. Работал глаз на мой ларек, пока, блин, рэкет не подшёл. Ну что за жизнь? Ну что за жизнь? Ведь это жизнь из-за меня, все соки выжила. Я по карточкам жила, день по 3 часа спала, а за отгулы почти всю кровь свою сдала. Но я жива, мне трынь трава, и черный вторник, и среда, и остальная ерунда. И с топора свалю я суп, одним пинком свалю я дуб. А если вставлю в рот мосты, конкурс красоты, ведь надо жить и жизнь любить, даже тогда, когда вам волком хочется забыть и не понять, не так нормальным нас умом, как мы вообще вот здесь живем, но мы живем и мы поем, мы ждали счастья.